Торжественное мероприятие прошло в актовом зале Камрадского госуниверситета. Заместитель министра образования Республики Молдовы Василий Марин зачитал приказ о назначении ректора Камрадского госуниверситета. Согласно постановлению Министерства образования Республики Молдова, на основании выборов ректора Камрадского госуниверситета от 1 декабря 2016 года и согласно протоколу Стратегического совета КГУ, Министерство образования издает приказ о том, что Захария Сергей назначается на должность ректора КГУ со 2 января 2017 года сроком на 5 лет. Депутат парламента Республики Молдова Николай Дудогла пообещал, что будет помогать университету. Хочу вам обещать, что мы всегда будем рядышком с вами, подставлять плечо, чтобы наш родной университет Гагаузии был не только на юге один из самых лучших, но и в республике. Первый заместитель председателя исполнительного комитета Гагаузии Вадим Чебан поздравил новоизбранного ректора КГУ и отметил, что сейчас надо работать над будущим университета. Камрадский государственный университет является настоящей кузницей кадров для реального сектора экономики нашей автономии, для всех секторов, в том числе и продолжает научную деятельность как в республике, так и за рубежом. Новоизбранный ректор КГУ отметил, что будет работать над тем, чтобы в университете была стабильность. Хочу всем выразить огромную признательность. Те, которые переживали, те, которые поддерживали. И отдельное спасибо Стратегическому совету за организацию и проведение выборов в Камрадском госуниверситете. Напомним, что в Камрадском государственном университете 1 декабря избрали ректора. Во втором туре встретились два кандидата – декан юридического факультета Сергей Захария и экс-ректор КГУ Зинаида Арикова. По результатам прошедших выборов Сергей Захария избран новым ректором КГУ.